здравствуйте, в этот день можно запланировать слишком много дел и взять на себя больше, чем можно вытянуть. Поэтому, особенно в первой половине дня, не стоит строить большие планы. Совет дня простой – доделайте важные дела. В целом же день достаточно хороший. Можно решать рабочие вопросы, проводить совещания, встречи и переговоры. Однако подписывать контракты не стоит. И технику сегодня тоже лучше не покупать. Зато идеально получать новые знания. Просвещайтесь и до встречи завтра!